Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Друзья мои, сегодня я отвечу на многочисленные вопросы, которые вы мне задаете. Что же произошло с тем щенком хаски, который мы снимали 2 года назад? Напомню для наших зрителей, что 2 года назад ко мне сюда приезжал в гости мой цирковой друг. Напомню опять же, что раньше я работал в цирке, прежде чем стать спасателем кинологической группы, то есть работал с медведями, с морскими львами. Итак, давайте вспомним, как это было. Привет, ну наконец-то мы встретились спустя 1000 лет. Я думаю, где-то порядка 7 тысяч лет. 7 тысяч. Просто даешь советы правильные, минимум демагогии, максимум практических советов, и это, конечно, мы посмотрели очень здорово. Ну, то есть вы собираетесь делать номер какой-то? Примерно какие-то трюки там уже по ходу будете изучать, да? Уже вот как наша собака способна, да, и там уже дежурство. Ну, какие задумали трюки, а они, в принципе, вот у нас этот наш Хасан уже делает. Нет, двухмесячные. Двухмесячные они, да, они растут быстро. Мы взяли двухмесячного вот у нас в классе, в машине сидит. Привет. Он такой был, привет, по двору нарезал. Привет. Да, 2 месяца он уже, знаешь, какой будет. А что, не глистогоне или что-нибудь делали? Да, 21 день. Вот это красота. Привет, ребята. Итак, вот после того, как Максим взял этого щенка, все задают мне один и тот же вопрос, который посмотрят вот ролик сейчас на данный момент и спрашивают, как развивались они, где они сейчас, работают, не работают. Отвечаю сразу же на ваш вопрос. Значит, да, работают. Сейчас мои друзья Максим и Настя работают в цирке в городе Энгельс. То есть там у них проходят гастроли. Номер они еще пока не выпустили. Но они люди, знаете, такие, которые вот по мелочам даже не терпят каких-то недочетов. То есть сейчас у них в номере где-то около 10, по-моему, 10 или 11 собак. Мы сейчас с вами в ролике это увидим. Подготовили уже номер, то есть к выпуску, и шлифуют вот последние детали для того, чтобы довести номер до блеска. Давайте предварительно сейчас с вами посмотрим, что же у них получилось. Поехали. Справа на поклоне это был как раз тот самый щенок. И вот напомню всем, что его назвали по кличке Азар. И вот справа на поклоне, которую вы видели собаку, это был именно тот Азар. То есть, друзья мои, посмотрите, вот сначала было 2 собачки, да, потом 3 собачки, и в результате это вылилось в номер под названием «Свободная стая». Пожелаем нашим друзьям успехов, развития. Много-много аплодисментов, потому что все-таки самая лучшая награда для цирковых артистов – это что? Это аплодисменты. Итак, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение, развивайтесь, несмотря ни на что, и у вас все получится. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег, мои цирковые друзья Настя и Максим – миллион. Всем спасибо!